Сказать о том, что нумерология — это очень сложная наука, которая помогает понять себя, раскрыть свой внутренний потенциал, понять свою карму, прежние рождения, которые были в вашей душе. Нумерология — удобная наука, потому что всегда у вас может быть карандаш под рукой, бумага, вы можете рассчитать все, что вам необходимо, свою удачу, свой успех, будете вы знать, в каком направлении вам двигаться и продвигать все, что вы планируете, свое творчество, свой бизнес, налаживать отношения с окружающим. Кроме этого, я занимаюсь кельтской культурой очень давно, и я выбрала самые используемые кельтами символы для создания мета-карт. Мета значит то, что находится по другую сторону сознания. Не всегда мы можем сознательно подойти к какому-то, к какой-то ситуации. Нужно понять глубинную истотность и понять, откуда она берет свое начало. И мета-карты помогают раскрыть программы нашего подсознания. Это хороший, легкий инструмент работы. Вы можете попробовать. Наш номер 17, можете подойти. Мета-карты помогают понять глубоко самого себя. Можно с их помощью понять, как работает ваша энергия, ваши энергетические пункты, понять, откуда у вас берутся те или иные мысли, и, конечно же, понять, как построить отношения между людьми. И все это при помощи кельтской символики, о которой мы, может быть, даже немножко забываем. А она северная, она близкая. И при этом очень глубокая. Кельты, они также верили в карму, но они не называли карму, они называли ее долг, либо судьба. Кроме этого, кельты не верили в то, что не верили, они к богам относились немножко с холодом, потому что они верили в свой внутренний потенциал, что человек сам может стать героем. Вот попробуйте, станьте вы героем. Можете подойти к нашему 17 номеру и посмотреть, как делается этот анализ. И все. А теперь... После этого мой представитель.